Казахстан готов увеличить экспорт в Катар по 60 товарным позициям на 243 миллиона долларов, а также расширить инвестиционное партнерство между странами. Об этом Алихан Смаилов заявил на встрече с эмиром Катара в рамках экономического форума в Дохе. Только с начала года двусторонний товарооборот вырос в 17 раз. Глава Кабмина также переговорил с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдурахманом Аль-Тани. Стороны обсудили укрепление сотрудничества в торговле, гражданской авиации и агропромышленном комплексе. По словам Алихана Смаилова, большое количество казахстанских производителей мясной и пищевой продукции заинтересованы в экспорте своих товаров на рынок Катара, но для этого необходимо ускорить процедуры по согласованию халяль-сертификатов между странами. Также казахстанский премьер-министр отметил возросший интерес казахстанцев и катарцев к туристическим поездкам по обоим направлениям. Поспособствовало этому увеличение числа прямых рейсов катарской авиакомпании в Алматы. В свою очередь, к концу года один из казахстанских авиаперевозчиков намерен тоже планирует начать регулярные полеты из Астаны в Доху.